Здравствуйте, на связи Сергей Панферов, сайт panferov.su. В будущем на рынке останется два вида компаний, те, кто в интернете и те, кто вышел из бизнеса. Именно так сказал в свое время Билл Гейтс и был прав. И это касается не только компаний, но и людей, которые позиционируют себя или свой маленький бизнес через интернет с помощью сайтов. А теперь немного статистики. В 2010 году было зарегистрировано 255 миллионов сайтов, а в октябре 2013 года более 767 миллионов сайтов. То есть в три раза больше. Другими словами, задумайтесь, за последние три неполных года в мире было создано в два раза больше сайтов, чем за все остальное время. Потому что люди позиционируют с помощью сайтов себя или бренд как лицо своего бизнеса, сервисы, услуги и товары. И если у вас нет сайтов, в дальнейшем ваш бизнес будет обречен. Поэтому необходимо исправить эту ситуацию в самое ближайшее время. Удачи!